Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Представители курских молодежных объединений приняли участие в акции «На одном дыхании». Мероприятие проходило на базе Курской областной станции переливания крови и было приурочено к Международному дню донора. Активную поддержку в проведении донорской акции оказали представители регионального комитета по молодежной политике, областного дворца молодежи, представители объединений «Молодая гвардия» и «Россия молодая». Сегодня мы проводим мероприятие, которое назвали «На одном дыхании» для молодежи. Мы хотим, чтобы молодежь Курской области объединилась в поддержку донорского движения в нашем регионе. Это молодые активные граждане, и здесь, поверьте, очень много хорошая площадка для самореализации. Мы хотим, чтобы молодежь поняла это и поддержала наш призыв. Среди доноров, несмотря на юный возраст, оказалось очень много тех, кто сдает кровь не в первый раз, а также тех, для кого подобный опыт в новинку. Однако и те, и другие понимают всю важность использования крови, ее компонентов и иных биоматериалов на ее основе, да в непростом деле спасения чьих-то жизней. Мы в очередной раз с друзьями, с единомышленниками пришли поддержать такой хороший праздник, как Международный день донора, и сдать свою кровь. Мало того, что она помогает кому-то, естественно, может, кого-то спасет, а также и самому полезно. Ничего больного, ничего страшного. Добавим, что своим примером курская молодежь привлекает к сдаче крови не только сверстников, но и взрослое поколение курян. Отдельных активистов отметили наградами за вклад в здравоохранение региона. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.